Ух ты, здрасте, минус 2 в Анапе. Ребят, у нас творится что-то страшное. Я давненько такого мощного порыва ветра не видела и еле дошла до машины. Представляете? Ну, то есть разный ветер, конечно, с разной силой дует, но вот чтобы в действительности такой силы был ветер, это давно такого не было. Действительно, меня редко сдувает, вот прям в прямом смысле. В общем, вы, наверное, помните, что совсем недавно у нас здесь приезжала на соревнования команда по пляжному волейболу. И у нас хорошие новости. С 20 по 31 марта к нам снова едут люди, снова едут, но на сборы. И, как выяснилось, то есть действительно в Волгограде проживание достаточно небюджетное, поэтому я вам еще раз расскажу и покажу перспективы именно в межсезонье приезжать к нам на сборы. Ну, во-первых, это идеально чистые, уютные, теплые, отапливаемые номера со всеми удобствами. Я уже в одном из номеров нахожусь. В общем, сейчас я вам расскажу, какие мы условия предлагаем для вас. Если вы спортсмены, едете к нам на сборы или на соревнования в межсезонье, то у вас идеальная возможность отлично потренироваться и, соответственно, очень хорошо сэкономить, но при этом без потери, как говорится, условий для проживания. Как я уже говорила, то есть все номера оборудованы мини-холодильником, есть куда положить вещи. Смотрите, на примере четырехместного номера, да, летом здесь отдыхает, например, семья из четырех человек, там двое взрослых, двое детей, или трое взрослых, один ребенок, то есть может быть трое детей, один взрослый, в общем, четырехместное размещение. Но для тех, кто едет на соревнования или на сборы, мы заселяем двоих человек в этот номер, поэтому вам не придется даже лезть на ярус. Есть телевизор также, вот сплит-система это для теплого времени года, а так у нас есть радиатор отопления, и здесь даже сейчас тепло, и теплый пол здесь также имеется, поэтому здесь действительно комфортно зимой, не холодно, наоборот, тепло, уютно и хорошо. И давайте я вам покажу санузел. Вот такой вот у нас замечательный санузел. Выполнен в красных таких оттенках. Ремонт делался в 2019 году полностью капитальный. Так что здесь все свежее, новое, свежо и хорошо. Вот душевая зона. Что мы еще предлагаем для спортсменов и для тех, кто едет к нам на соревнования или на сборы? Трехразовое питание. То есть для групп больше 10 человек мы предоставляем питание, которое включено в стоимость. Это завтрак, обед и ужин. Плюс, если у вас большая команда, да, допустим, мы с вами оговариваем удобное время для вас, для трапезы. Ну и, соответственно, к этому времени у вас будет полностью готовый ужин, обед или завтрак. По поводу стоимости. Мы не гонимся зимой ни в коем случае за прибылью, потому что мы прекрасно понимаем, что все хотят потренироваться без значительных финансовых потерь и идем к вам навстречу, и, соответственно, тем самым и мы не простаиваем, поэтому у нас стабильная фиксированная цена на межсезонье, на команды. Дополнительные скидки обсуждаться могут только если больше 20 человек к нам приезжает одновременно, да, допустим, у вас больше 20 человек, тогда мы оговариваем скидки. А если у вас меньше, то с человека 1000 рублей. Неважно, тренер это или ваш подопечный, да, ребенок, 1000 рублей в сутки с человека, в него входит проживание в эту сумму и также трехразовое питание. Достаточно хорошая цена для того, чтобы действительно и отдохнуть, и потренироваться, и проживать комфортно, и вам не нужно будет готовить. Причем у нас есть также и общая кухня, если вдруг вы захотите все-таки что-то сами приготовить, помимо, да, трехразового питания, всегда такая возможность для вас сохраняется и имеется. Во дворе у нас сейчас немножко прохладно, да, поэтому не особо актуально, но все же расскажу. Когда хорошая погода, безветренная, да, и достаточно теплая, то у нас есть столики со стульями, где вы можете также либо отдыхать, либо обедать, ну и принимать любую трапезу. У нас корпус двухэтажный и четырехэтажный. Получается, тренера живут в отдельных номерах, естественно, и по одному. То есть вы не переживайте, номеров у нас достаточное количество, поэтому всех расселим с комфортом. У нас все чисто, прозрачно, открыто. Мы работаем с договорами, отчетность у нас есть, бланки отчетности, поэтому обращайтесь, если вам нужна командировка, подтверждение проживания, все это предоставляем. Номер есть и в этом видео, и в описании. С уважением, гостевой дом Мур-ля-Мур. Находимся мы в Витязево, Горького 2Б. Если летом актуальна информация, сколько минут пешком до пляжа, да, это 15 минут до пляжа, то в межсезонье или для тех, кто именно
приезжает к нам на соревнования или на сборы, то до Волейграда также 15 минут пешим шагом. Причем у нас ездят маршрутки 128-я. В принципе, можно и на маршрутке доехать, но единственный нюанс, все равно рассчитывайте больше на то, что вы будете ходить туда-обратно пешком, потому что в зимнее время расписание маршруток несколько иное, и ходят они не так часто, поэтому обязательно вас предупреждаю. У нас много номеров, есть трехместные, четырехместные, пятиместные, но, повторюсь, если вы едете со спортсменами, то в номере не более двух человек, что комфортно и вам, вы спокойнее будете, что у вас не будет здесь какого-то шума, хаоса, и, соответственно, и вашим спортсменам здесь также будет уютно и комфортно для проживания во время пребывания на соревнованиях или сборах. Поэтому обращайтесь, очень интересное предложение, потому что у нас зимой не работают столовые, кафе, да, в отличие от летнего курортного сезона, и предложение, где включено трехразовое питание, это очень-очень хорошее предложение. И я думаю, что вы оцените наши цены, когда узнаете цены на размещение непосредственно от Волейграда. Поэтому пишите, мы будем рады принять вас у себя в гостевом доме. Это хорошее актуальное предложение, поэтому обращайтесь, действительно организуем вам хорошее проживание с питанием. На с вами была Светлана, всем до новых встреч, обращайтесь.